Здравствуйте вам. Здравствуйте вам. Да. Ты расскажи, что без проблем. О. Развод. Не, ну жена то понятно. Конкретный товарищ. Ужас. Покажи сюда камеру, чтобы было видно мой палец. А вот здесь стояло то дерево, где Костик катался на качели. Огромный топот. Его уже смыло. И вот здесь... А вот сейчас то дерево, где еще. Саша качался. Где? Вон. А, да-да-да-да-да. Сейчас туда подойдем. Давай подойдем ближе. Две тысячи. Наше место. Ё-моё, это посмотри, что творится. 2011, 2009 наш. Да. Бля, ну куда ты рубишь? Да, не туда. Не надо туда. Нет. Надо вот сюда. Рулякай прямо. Левей. Конечно! Я уже иду домой, все. Алло, спустится потом, да и все. Здрасте. Ну, здрасте. А?
Одна сосенка осталась, и все. Но мы к Леве пройдемся, глянем. Вот здесь неплохо, неплохо. Перед Рожнами. Пацаны поняли, что не правы. Я наши места вообще не понимаю. Нет.
куда ты рулишь. Ты думаешь, так? Да. Антош, куда ты рулишь? Вперед. Что будет снимать? Антош, у нас бензина не хватит, если мы будем так копать ямы по Десне. Бензина у нас хватит. Хорошо сели. Я тут все мели знаю, вот первая. Да. Ой, пошла, родимая. Пошла, снимай. Паша, я тебе говорила, туда. Ты свет увидела, а я не увидел. Так слушайся иногда. Я маму буду теперь слушать всегда. Да. Да. Ой, блин. Потом вырежешь и скажешь, что... Выпал. Да, это уже третья. Третья мель, пипец. Вражные больше не ходок. Снимаю окрестности. Это жопа. Собак мается. Мы с ума сходим. Все, вражные больше не ходок. Нормально идем. Спасалка. Какая мель у нас сзади. Надо идти почти к острову и выруливать там. Вот место, где мы стояли. Нормально идем. Место, где мы стояли. Первый год. Восьмой. Где Сережа стоял, это палатка. Дальше мель. Какое течение здесь надо? Действительно, болевой боль. Снимите. Вон течение, зашибись, километров 5. Полтора часа и новосел. А вот здесь мель. Видела? Шейка мель. Мель. Блин, наконец-то ты понял, что к чему. Чувак уже освоил. А там мелишься так. Блин. Это было наше место. 5-6 год. Дальше сосновый лес. Теперь легко. Оно ближе, оно в холодильнике. Вот спасалка. Намыли, смыло. А вход есть. Вот как надо было тут идти. А я там попёрся. Отлично мы купались с тобой.
Здорово, правда? Хорошо, как пустили. Так, блин, надо же было быстро. Чего просто? Не надо было быстро. Нормально. Это чуть ниже нашего места. Ай! 5, 6, 8 года. Да. Нам вот сюда и резко влево, да. Кругом мели. Впереди остров, второй остров. Надо между островами вот сюда. Лавировать. И вылавировать что-то. Тут и не знаю, как идти. Мы тапчили, по-моему. Смотри, как несет воду, ё-моё. Какое течение. Какое течение капитальное. Понятно. Уравнячий левей. Кошмар, вы посмотрите, как течет. Як тече. Жах. Вот так и впереди. Здесь мель. О, мель, а наоборот, как его. Глубина. Глубина. Не отвлекайся. Я тебя отвлекаю. Хочешь, чтобы на мель сели? Не видел фото. Панорамил. И мы финику нашли. Сколько, 2 года назад? 15. А там Витя. Кино-кино? Я перебираюсь через 2 недели куда-то в новое место. И это обязательно да. 2002 был. 2018 извините. Лобик так и стоит. Справа от Серега слева, что ли? Ну да. А-а-а. Я думаю, что это? Как-то не так. Приезжали здесь, посмотрим место? Ну, конечно. Слева. Спустимся вниз, еще раз посмотрим. А потом решим. Только так надо. 2000-й.